Привет, друзья! Сегодня дошла очередь до нашей любимой машины, первого моего внедорожника. Сейчас будем снимать редуктор. Сначала сливаем масло. Ого, стружечки. Сливаем масло и... Ничего, масло. Я думал, там жесть совсем. Ну, более-менее. Сливаем, потом достаем обе полуоси. В общем, сейчас все увидите. Достаем обе полуоси и достаем редуктор. Ну, думаю, вопрос в редукторе. Видите, сколько стружки. Там блокировочка Made in Ukraine, кстати, на патрол делают 60 и 61, даже правильно сказать, раз блокировочка. Ну и я думаю, что она подустала, где-то года 4 она отработала на этих колесах. Ну, блокировала хорошо, прощелкивает в повороте. Ну, по дорогам общего пользования она не мешает. Хабы выключил и поехал. Там, где хабов нет, машин, автомобилей, там посложнее. Такой, видите, угол кардана у нас немножко в сторону. Ну, в принципе, работает. В принципе, работает. Вот и все. Сейчас чуть-чуть стечет еще. Можно пенек подставлять под эту сторону и снимать. Крепкие мосты, ничего не скажешь. Основной недостаток — 6 литров масла идет аж в каждый мост. Скажем, если сравнивать с УАЗом, литр там или литр 100, не помню, или 900 даже, в районе литра. Ну и прочность, соответственно, также в разы отличается. Хотя, если легкий автомобиль, то можно и на УАЗовских кататься. Есть у нас примеры, ну, с усиленными полуосями, естественно. Так, подарок уже стоит. Андрюха доволен, говорит, светит огонь. Люстрочка. Из последних моделей. Там и дальний, и ближний, все в ней сразу. Но тут пока изменений особых нет. Сказал, подвеску заднюю будет переделывать. Подвеску. Ну, что еще из нового? Ну, в общем, да, все на месте. Все на месте. Интересно, конечно, посмотреть, как она поедет. Но с этими углами, вы же понимаете, пока нереально. Ну и карданы, говорит... Поставлю вторую раздатку, тогда будем смотреть, что там, что и как. Вот так огонь аппарат. В серьезном стиле выполнен. Давайте, кто не видел, длина задней стойки общая. Какая-то просто нереальная. Ну, хода подвески тоже нереальная. Ну, я думаю, скоро поедем на тест-драйв. Так, откручиваем суппорт. И сейчас пока эту сторону разберем. Давайте пока покажу, кто не видел устройство. Патрулевская клюшка, патрулевский мост. Амортизатор тут немножко переделан. Надо, кстати, поменять их. Они подустали. Две раздатки. Вторая очень большая и тяжелая. Ну и сзади ходовая тоже патруля. Удлинены тяги просто. Ну и патрулевский мост, естественно. Мотор 2 LT Toyota. На многие модели она ставилась. От микроавтобуса до 70-ки. Forerunner, Hilux. Ну, не очень мощный, но очень надежный двигатель. Долговечный. Тоже мы в хоккей играли в детстве.
так же как и Макс. Так, ну снимаем. Сейчас разборка. Сразу мы тут поменяем кое-что в мосту, что вставшее, изношенное там. Пыльники, стальники. Не-не, пока так снимаю. Для прямой нет штатива. Залупазики он остался. Да я не, я хотел заглянуть, но пока. Пока ехал, забыл. Да. Смотрите, покажу, чего мост не работает. Вот я включил хаб. И просто все крутится. Вот хаб включены, хаб выключены. То есть тишина. Ну, подшипник устал. А там разблокировочка, которая. Он гудеть перестанет, как только ты масло туда нальешь. Не-не, ступится, гудит подшипник. Ну, там же вода все время часто попадает. Надолго не хватает, хотя подшипники хорошие брали, но. А что за масло ты тогда дали? Куда, в редуктор? Да. Ну, трансмиссионная, там 80-90. Ну, сейчас тебе лучше там все нас налить, учитывая на... степень люфтовой. Нальем, да. Сейчас, секунду. Один болт устал. Взял получше шестигранник. Перевернул, точнее, его. И открутил. Тут еще ничего, все. Но я относительно недавно, или точнее, немного после того, когда я тут собирал эту сторону, шрус был сломан. Немного проехал. Так что оно все еще ничего. В общем, масло слилось. Подставили пенечек. Сейчас откручиваем колесики. Колесо спустилось, и можно его снимать. Давайте покажу эту сторону, разобрал. Все тут шрус целенький, хороший, но я его только поменял. Чуть-чуть в кулаке водичка попала. Что хотел рассказать. Несколько раз, ну неоднократно я менял самостоятельно. Или Саня там мне помогал, Кравченко. Шрусы с какой стороны чаще? Ну, в основном чаще с той. То есть с этой вообще. Один раз попросил Сурова. Суровый дал команду студентам. Блин. Тут 6 болтиков, которые держат цапфу. Не цапфу, цапфу, да. Ось, грубо говоря. Уже там какие-то все разные. Короче, резьбы нету. Не знаю, ну сейчас разберемся с редуктором. Потом при сборке уже будем тут как-то решать. Да, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Колодочки недавно только поменял, почти не проехал ничего. Ну ладно, починим, будем кататься. Сейчас как раз сезон начинается. Будет много оффроуда. Чай. А, тю, блин, оттуда под углом. Не, она под углом, когда. Под углом вроде не все светится. Не все светится, я уже смотрел. Да. Я еще не выставлял ее, я еще буду выставлять. Потом. Ну сейчас светло еще сильно. Надо вечером тестировать, ну. Да. Прикольно, видишь, по бокам эти дополнительные, они такой рабочий свет перед этим, а тот более дальний. Огонь. Давай уже заканчивай, да. Поедем на оффроуд нормальный. Сейчас у вас дочиним, я вторую сторону
почти разобрал. Фу, блин, что-то. Да. Да я понял, понял. Так, сейчас, сейчас доразбираем. Не знаю, редуктор успею до темноты вынять или нет. Только гаек много, хотя пистолетом сейчас, если подлезешь, правда. Так, снимаем. Так, а тут болты вообще другие все. Тут болты другие, но тут студенты не лазили. Видишь, тут не внутренние, тут обычные. И где правильно. Ну, эту сторону я много раз разбирал, собирал. Потом поставил полуось. С Польши заказал, она бэушечка, понял. Но пришла тупо как новое вообще состояние. И она перестала ломаться, слава богу. Последний раз я думал, что ее сломал. Ну, похоже, что не ее, а редуктор. Так что, а, сломалась слева, я поставил тоже хорошую полуось, ну, шрус хороший поставил, и эта целенькая, в общем, редуктор поменяем, ну, в смысле, дифференциал в редукторе, и будет машинка на ходу. Все, сейчас быстро разбираю, темнеет уже. А, еще хотел показать, Андрюха молчит, сказал только что. Раздатку он опустил, но этого еще недостаточно, говорит, вторая еще, слышишь, а вторая будет где? Вторая будет где? А, вот там? Да. Угу. Ну да, тогда шансов больше, конечно. У меня получается, да, длина кардана вот перед, зад, плюс-минус. Ну да, плюс-минус, я понял. Она, грубо говоря, по центру будет стоять. Я понял. Да. Вот тут будет параллельно идти второй рычаг на включение. Да, я понял. Ну, в общем, ждем. Я сейчас быстро доразбираю. Доразбираю. Уже темнеет. На 8 сантиметров опустил. Так, доразбираю, и будем на днях соберем все. И можно будет в субботу уже, я надеюсь, если все пойдет как надо, прокатиться. Видно, что давно мы не заглядывали. Шрусик, полуось, все целенько. Можно выдергивать редуктор. Можно выдергивать. Кардан, откручивай редуктор. Кардан, редуктор. Сейчас темно будет, давай уже, наверное, уже это, подскочу я позже, завтра это доразберем. Так, ну, все так, в принципе, процесс пошел, и будем кататься. Так, кулечки сейчас оденем. Редуктор. Да, количество болтов большое. Хотя был у меня москвич, и я редуктора снимал не раз. Там тоже, ну, поменьше, но тоже много. Кстати, можем посмотреть, сколько. Это я пытаюсь вспомнить, а москвичевский ж вот он. Ну, тоже есть. Ну, значительно он меньше по размерам. Соответственно, и болтиков меньше. Ну. Так, ну что, все. Да я понял. Да какая разница, это тоже оригинальный. Так, ну все. До встречи. На сегодня завершаем ремонт. Вот этот именинник. Можете его еще раз поздравить в комментариях. Ты почти совершеннолетний уже, да, Андрюх? Ты хотел сказать совершенно старый. Совершенно молодой.
Так, все, до встречи, пока.